Заканчиваю последний вал березовой делянки. 3 месяца валили. Сколько там? Сколько мы месяцев? Не знаю. Даже не помню. Коля не помнит уже. Ну, много так вот. А вот это первая сторона, там еще вторая сторона. И тут такой клиночек небольшой. Болото взяли в корчах этих. Сейчас будем вываливать последние уже деревья и заканчивать уже делянку. Почему так долго? Потому что мы еще валили. Ну, видео видели, что мы еще различные делянки валили. А эту надо было типа до зимы, но на самом деле надо было чуть раньше спиливать. Уже сроки поджимают. Сейчас ростку свалим. Все, нормально видно, да? Угу. Там. Там и там. Это уже клинком я. 2 клинка забивал. 1 отскочил мне. Разбил брось. Ты еще сошло, она так была шишечка. Сейчас направление вала кинем, клинки тоже буду применять. Клинков никуда, ветра нету, нормально, такая погодка. Ничего не мешает. Сейчас подойдет. Ooh.
вот получилось. Ну вау. И по этой вот. Что красиво. Ну можно было, как говорится, взял, но все равно. Упало красиво. Да, вот красота получилась у нас. Все, вау, все красивенько. Сейчас будем тяжелое все это. Так. На этом будем заканчивать, я понял, да? Сейчас мы уже полностью сделаем, закончим. Уже будем уже на сухостое. Больше там кубов. И так. Я говорю, там где-то 1.16 м высота у них. Сухостоя. Вот там уже будем разбираться. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комменты. Ну и всем до встречи. Видите, как красиво вылезает, на.